А работа арт-резиденции в Омске начнется с преображения территории Лицейского театра. С 31 мая по 12 июня в городе впервые пройдет масштабный урбанистический форум, в рамках которого запланирована работа по нескольким направлениям – урбанистика, дизайн, парикмахерское искусство и мода. Организатором выступает Омский государственный технический университет при поддержке Министерства образования и науки России. На встрече с журналистами в международном пресс-центре МКР Медиа организаторы сообщили, что форум планирует собрать 3000 участников. 31 мая открылся воркшоп по проектированию общественного пространства во дворе Лицейского театра. Он продлится 4 дня. Двор благоустраивается частями, и пока нет общего представления, как он должен выглядеть в целом. В рамках воркшопа будет разработан проект благоустройства, устраивающий все заинтересованные стороны, включая жителей домов, прилегающих к театральному скверу. Средства на реализацию разработанного проекта планируется привлечь в рамках программы Минстроя «Комфортная городская среда». Очень важно еще, чтобы это действительно закончилось, не закончилось, а продолжилось каким-то реальным предметом. Может, не обязательно каким-то гигантским космическим кораблем, да, в кавычках, но для молодых архитекторов важна реализация. Важна реализация. Это, угу, не важно, да, что это собачья будка или башня Федерации в Сити, но если это, можно сказать, что я это спроектировал, я сделал, это очень серьезно повышает именно, вот еще раз говорю, самосознание.